что мужчину и женщину с точки зрения вибраций и развития космоса ждет в будущем, Виталий? О, я вспомнил. Это книга. Год 2150. Да. И там написано. Смысл в том, что и мужчина, и женщина будут пребывать в осознанных состояниях. Осознанно это значит, я знаю, для чего ты мне, я помню, кто я. И это достаточно интересное отношение. Это отношение любви, радости, счастья, развития. Каждый день новый спектакль, каждый день новый тренинг. И к этому спектаклю нет конца. Я когда эту книгу читала, меня восхитил ответ одной женщины вот в то время, 2150 год, когда ее спросили, ну, у тебя есть пара? Она говорит, да, а может быть это не тот человек, ты не ищешь другого. Она говорит, что когда ты в паре, ты других даже и не видишь. Нет даже этой потребности смотреть куда-то в сторону. Как думаете, раньше, чем до 2150-го, есть надежды? А все уже идет.